Всем привет, с вами Психиатр, и сегодня мы возвращаемся в Растения против зомби 2. Давненько я сюда не заходил. Добавили тут много новых уровней. Вот, начнем мы с пиратов, мы закончили Египет. Вот, дошли там до 35 уровня, кажется. Да, да-да. Так, начну, как обычно, с пинатой пати, посмотрим, что в ней новенького. Вот, есть ли что-нибудь новенького в ней вообще. Ой, цветочки. Встречают нас цветочки. Так, ну это что-то знакомое. Так, ну, пока идем нормально. Слышь, что? Не делай так больше никогда. Так, хорош. Давайте я вот так вот сделаю, а то у меня, наверное, кокс. Ой, блин. Ой, ну все, мы просрали. Да, вот так вот. Давайте я сделаю exit to map. Что-то громковато как-то. Дайте я еще вот так вот сделаю. Музыка вроде... Так, тут есть какие-нибудь настройки по звуку, интересно? Нет? Почему нас кинуло сюда? Я хотел посмотреть пиратов. Для начала. Ну ладно, фиг с ней, с этой пинатой. Вот. О, Дэйв, здоров. Да. Кому интересно, поставят на паузу и почитают. Ух ты, сколько тут всего нового, и все за деньги, я вижу, они добавляют в последнее время, да? Так, ладно. Ладно, что у нас тут? Давайте, значит, возьмем вот так вот, да. Почему бы и нет? Блин, денег у нас нету. Фигово это все. Это вот так, например. Не. Возьмем колючек. Вишню возьму. Блин, надо вспоминать, как здесь... Правильно играть, как лучше начинать. Ну, давайте попробуем. Сейчас будут, конечно, резкие затупы. Будет не очень-то просто. Все-таки спустя такое время возвращаться нелегко, я вам скажу. Вон, эти упыри сразу с двух сторон летят. Спрашивается, что с ними делать? Нет. Тут сразу надо рестарт делать. Что-то какую-то хрень мы творим. Блин, а чё они так быстро-то вылазят? Как я должен сразу двух зомбяк... убивать, скажите мне. Так, ну допустим, вот так вот возьмем,
Мы возьмем вот так вот. Что еще мы можем взять? Можно эту штуку, в принципе, взять, да? Надо подумать. Ладно, давайте посмотрим, что из этого будет. Надо думать, потому что это сложные уровни. Так, поставлю вот сюда. Солнце, давай. Так, ну с этими двумя мы вот так вот расправимся. Допустим. Опять мы. Да чё, как много-то сразу? Да ёлочкин, матрёшкин. Блин, а. Капец, чё как жёстко-то? Ты чё, парни? Да ямба там. Так, надо усиливать защиту. Музыка какая-то новая, смотрите-ка. Ёшкин кот. Так, с Гаргантюа надо что-то делать. Ой-ё! Ёб твою мать. Чё вообще происходит? Капец. Да капец, хорош, а.
Блин, да вы издеваетесь. Да. Все плохо, ребят, короче. Ужас. Какого черта ты не сдох? Ну, слава богу. Короче, кое-как прошли. Кое-как прошли этот уровень. Нам дали 10 кристаллов. Да. Спасибо. Ну ничего. Бля. И как здесь играть? Вы серьезно? А, нам дадут. Окей. Посмотрим, можно ли играть с тем, что нам дают. Так, прикольно. Колючки поставим туда. Ну, как-то так пока что. Давай, убей. Чёрт. Да и хорош, что творишь? Пугай хренов. Я что-то явно не понимаю в этой игре. Как здесь я могу побеждать? Непонятно. Короче, с игрой все понятно. Без денег хрен пройдешь здесь уровни. Я делаю такой вывод. Потому что уровни стали нереально сложными. Давайте вот так вот сделаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну и я хз. Давайте сейчас еще раз попробуем. Ну я хрен знает, как проходить этот уровень. Там просто дают... Блин. Нам просто разносят все эти растения. Давайте нажмем рестарт. Тут уже все понятно. Thank you.
тем, что нам дают здесь хрен выиграешь. Блин. На. Блин, ну я шатал в таком случае. Я не знаю, как это проходить. Честное слово. Вон там уже Гаргантюа идет. Офигенно. Я вообще в шоке. Ну твою мать, а. Пиздец. Да. Все очень фигово. Все очень фигово. Так, ладно, давайте еще раз попробуем. Посмотрим. Может получится что. Но если вы этого и... Хотя ладно. Так. Так, ну блин, ну вот какого черта он не убил? Ну вот уже пошло, поехало все. Блин, гребаный попугай, а.
Да твою мать, а. Не, я добью этот уровень. Мы должны его пройти. Как-нибудь. Как угодно. Да блин, хорош еще со своими попугаями. Издеваетесь, что ли? Ни бустов не дает, ничего, ну что у вас заново? Кто этот уровень вообще придумал? Слушайте, ну пока кое-как справляемся. Пока. Что это за звуки? Мне это не нравится. Блин, поехали первые косилки, замечательно. Ничего, конечно, замечательного нет. Давайте немного. Да капец, чё вас так много? Пыри, блин. Так, ну в принципе мы уже победили. Я так понял. Единственное, что косилки все потратили, но... Чё поделать? Бейте его, пацаны, бейте. Мы не сдадимся. До свидания.
Пол хпшки ему уже вынесли. Давай. Я не отдам тебе свою косилку, уродец. Все равно его забьем. Запинаем. Как-нибудь. Ну, сможем. Давай. Блин. Откидывалка нужна. Ага. Как по заказу. Спасибо. Спасибо. Нормально, нормально. Покуха. Все. Вот так вот. О, что это такое? Что нам дали? И? Деньги, замечательно. 100 монет? Серьезно? Вот вы сейчас серьезно? О. Да. Блин, надо, наверное, прокачивать вот эти уровни. Хз, как? Потому что... навряд ли мы сможем продвинуться дальше. Если, конечно, не будем так тратить деньги. Так они у нас скончатся на следующем. На следующих трех уровнях, это точно. Вот, ладненько, ребят, давайте я на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, ссылочки есть в описании. Я, наверное, к следующему уровню подфармлю немного монеток. Вот, думаю, да. И мы продолжим. Все, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока.